Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Даня, дай бусечку сестричке. Happy birthday, Полина. Happy birthday to you. 10 years. Oh my god. 10 лет. Какая большая. Ничего страшного, все нормально. Сейчас они уже догорают и все. Ура, доченька. А вот у меня как еще может быть. В раковину. Все в раковину. У кого сгорело, в раковину. Давай, сыр. Стоп, она горячая. В раковину. Пришло время подарков. Да! Так, значит, сегодня Дань. Это будет непростой. У тебя надо будет найти свои подарки. И в конце самый главный подарок. Да. Значит, самый большой. Чтобы начать все это, приходи к нам в комнату. У нас на тумбочке лежит задание. Да. 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 Я тут подарок. Ну, мне еще. Там написано на русском. Там написано на русском языке, поэтому Яна тебе будет помогать. Он. Это нужно отгадать загадку. What? Do I just tell what it is? Yeah, what do you think it is? Еще раз прочитай задание, давай я прочитаю. Он большой, удобный, мягкий. На нем можно крепко спать. А когда никто не видит, на нем можно поскакать. Как ты думаешь, что это? Can I give her one more clue? Good job! Теперь смотри, ищи, может быть, на диван, может быть, под диваном. Вот на диване. Смотри, что-то должно быть. Ключ к следующей загадке или разгадке. Здесь? Я же не знаю, ищи. Ищи подарок. А что, за диваном ничего там нету? Ура! Нашла! Так, давай, смотри, значит, там должно быть еще. Загадка. Можешь посмотреть, здесь даже подарок. Это от Танечки тебе. Спасибо! Какой красивый! Пожалуйста. Спасибо. Теперь посмотри вовнутрь, там должна быть еще записочка. Где? Там? А. Ползай, давайте. Портфель положи. Давайте почитаем. Что здесь за задание? Так. В лесу родился, в лесу вырастал. В избу пришел, всю семью собрал. За ним сидят, аппетитно едят. Там мы на... Что это? Это почитай. Давай еще раз почитай тебе загадку.
В лесу родился, в лесу вырастал, в избу пришел, всю семью собрал. За ним сидят, аппетитно едят. В этом месте ты найдешь свой следующий подарок. Грибы. Грибы. А где стоят? Good job! Стол! Правильно! На столе! Грибы на столе! Полина, мы что, значит, теперь столы, где у нас столы, ищи, может, на столах, может, под столах, где-то есть твой подарок. Вижу, что? Что ты видишь? Конфета. Я ее тоже замотала. Съешь ее тогда. О, там еще другая. Конфета. Еще записка. Конфета. Ничего себе, какая конфета. У тебя попа слипнет. Да. Что там за записка? Положи ко всем, да, все в кучку. Мама. А. Sing the chorus of your favorite song. Chorus is the main part of the song. Which song? Do you like Counting Stars? I don't know. Burn? Okay. Ну, спой любую, которая тебе нравится. Can I sing Happy Birthday? Sure. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Polina. Happy birthday to me. Cha cha cha. Молодец. Вот, Полина, за то, что ты съела. Вот тебе конфета еще одна. Конфета. И вот это вот загадка для своего второго следующего подарка. Ника, конфета. Ника сейчас конфета еще любит. Окей. Это какая? Четверг? Это четвертый. Да. Да. Некуда. Он бухтит так, как паровоз. Важно кверху держать. Давай. Да. Он пыхтит, как паровоз. Важно кверху держит нос. Пошумит, остепенится, пригласит чайку напиться. Что это такое? Как написано? Показывай. Чайник? Да. Правильно, да! Молодец. Иди чайник. Где у нас чайник? Что там ты найдешь? Это so cute. Так, смотрим, что там внутри. Там, наверное, бананы. Ты, здесь, так как пакетики открыты, ты можешь даже посмотреть. Так конфетки не разворачивай, пока попозже. Это от Ульяны тебе. Посмотри, что это такое. Можешь его сейчас одеть? Можно и? Ну, потом да. Уже. Пускай доделает свои задания. Платье с плечиком. С плечиком! Смотри, тут шорты, тут, и тут длинные. Там накидка. И там вот на шее. И ожерелье бриллиантовое. На шее. Оу. It's heavy. Ну, поцелуй сестричку. Спасибо. Ай, я все. И платье. Ух ты. Because it's short, so you can like sit down properly. You know, like, yeah, that's good. Положи назад. Ника, ты меня не развернёт подарок. How dare she? Посмотрите, загадка еще. Мам, посчитай. Так, теперь тебе нужна, нужно отгадать следующую загадку. Круглый, гладкий, как арбуз, цвет любой на разный вкус. Коль отпустишь с поводка, улетит за облака. Круглый, гладкий, как арбуз. Цвет любой на разный вкус. Коли отпустишь с поводка, улетит за облака. Blue! Да. I was
Нет, если так, значит так. Следующее, Саш, торвись, подойди поближе. Следующее задание, Ульяна, запихни все шары. У меня есть свои волшебные шары. Они летают? В этом задании, в общем, это последнее задание. Финальное для суперприза. В каждом шарике есть бумажка, но только в одном шарике бумажка с заданием. Все остальные бумажки пустые. Нам нужно лопнуть попами все шарики, найти вот эту бумажку с заданием и сделать последнее задание для того, чтобы иметь возможность получить свой главный подарок. Хорошо. Самый большой. Самый головной. Ну? Ты можешь попросить своих братика и сестричку, чтобы тебе помогли? Помогите! Даня, помогай жопой лопать шары быстрее! Давайте! Пойду, ну, посадись! Поехали! Нет! Лопайте! Давайте, давайте, давайте лопаем! Попрыгали, 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 попрыгали! Ну? Три! Давай! Прыгаем, прыгаем, прыгаем! Полина, то, что ты сидишь, он не лопнет! Прыгай, сильно прыгай! Давайте, 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 давайте! Так, собираем, собираем бумажки. Так, смотрим, какое задание. Какое задание? Задание! Так, давай, не обидикали. Давай, значит, я почитаю. Значит, так, это последнее задание. Тебе не поискалось. Значит, так, ты должна дать сама себе характеристику, 15 слов. Ты должна сама себя назвать, какая ты. Красиво. Все, не подсказывай. 15, я считаю. Пока быстро. Какая? Не надо. Какая ты? Добрая. Дальше. Веселая. Веселая. Дальше. Довольно. Красивая. Три. Always happy. Четыре. Пять. Nice. Пять. Kind. Шесть. Что? Нормально. Семь нормально. Хорошо, что нормально. Ладно, давай хотя бы 10. Еще три. Три more. Классно. Восемь. Палай, awesome. Девять. And birthday girl, 10. Теперь мы разрешаем тебе искать главный подарок. Ты его должна найти сама, но мы будем подсказывать тебе. Холодно или горячо? Да. Или холодно, тепло или горячо. Если мы говорим холодно, это значит, ой, ты вообще не туда пошла. Тепло, это значит рядышком. Горячо, это значит, ну, совсем-совсем вот-вот он. Хорошо? Хорошо. Только я тебе даю подсказку. Это на первом этаже. Это не нужно подниматься наверх. Это где-то здесь. Хорошо. Ищи. Холодно, холодно, холодно. Холодно, теплее, 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 холодно, холодно, теплее, холодно, холодно, теплее, теплее, горячо, горячо, обожжешься, обожжешься, сгоришь! Горячо, 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 тепло! Самый главный! Самый главный подарок! Полина, вот это вот ты можешь... Так, тихо-тихо, нет. Подай! Да, я хочу! Сейчас она делает фотографию со всеми твоими подарками. Папа, да, я хочу! Папа, я хочу! Нельзя. О, кстати, можно. У тебя еще где-то... Успокойся. Повернись назад. О, друзья, я забыла про нее! Так... Садись, я тебя сфоткаю. Дай-ка, Полина, на. Дай-ка, Полина.
Дань, потом, когда я тебе скажу. Она громкая? Когда я скажу, не бойся.